Добровольную независимую сертификацию внедрят в Казахстане. Нововведение предусмотрено законом о профессиональных квалификациях. Об этом на брифинге СЦК сообщил вице-министр труда Улжас Ордабаев. По его словам, в рамках сертификации будут оценивать компетенции, полученные в процессе формального и альтернативного образования. А сам документ станет дополнением к основному диплому. Это позволит специалистам оценить свои компетенции и подтвердить знания и навыки документально. При этом внедряемая система станет катализатором при трудоустройстве. Оплата услуг центров сертификации за безработных граждан будет производиться государством по именным ваучерам. Работодатели смогут понимать действительный уровень квалификации человека, который приходит на собеседование. Также это поможет более эффективно проводить кадровое планирование. Вся информация по вопросам профквалификации будет аккумулироваться на едином информационном портале «Карьер-Инбек», который является подсистемой электронной биржи труда.